Слышь, а ты что тут делаешь? Слышь, вообще-то стреляю, челлендж выполняю. Какой такой челлендж? От Мика Арчера, ну вот челлендж. Надо? Как будто ты парфянец, древний парфянец, они там с римлянами воевали. Сидишь, стреляешь отсюда мишень с разворота. 3 стрелы за 15 секунд. Спиной слушай, это туда. Как Чак Норрис с разворота всех мочил. Это как парфянец, это круче. Типа знаешь, как с коня такой, бац такой, хопа-хопа. Тогда я тебе предлагаю настоящего современного коня. Какого коня? Железного! Как парфяне? Как парфяне. Давай. Давай. Чё, Макс, ты готов? Готов. На парфянцев? Да. Погнали! Е-ха! 16 секунд! Е-е-е! 16 побьют. Посмотрим сейчас. Покажи мне на видео. Ну да, вполне побил. Скажи что-нибудь. Парфянец. Ну, за парфянцев. За парфянцев и их матерей! Пойдем глянем! Три стрелы, четко. Е-е-е, нормально. Это был наш ответ на челлендж на канале Мика Арчер. Е-е-е, парфянцы рулят. Подписываемся. Ставим лайки. Лайки ставим. Лайки ставим. Не слушайте его, у него бороды нет. А кому не понравилось, ставьте дизлайки. Не, не ставьте ни в коем случае, все лайкают. И подписываются. Бам!